сегодня у девчонок нет школы? Добрый. О, она, как она вылетела. Ребят, смотрите, кого мы нашли у нас в огороде. И ты прям сама вот это рисовала? Да. Сама? Да, все сама. Все вот это с чемоданчиком. Переодевалась там прям? Угу. Но мне не понравился вот этот. Не получилось мне хорошо смешать. Готова? Да. Всем приветик. Сегодня у нас понедельник. Сегодня, кстати, у девчонок нет школы. Получилось очень смешно. Сегодня у девчонок нет школы? Добынь, как же без тебя? Как включается камера, ты тут. Я думала, что нужно в садик вести, и у Каролины есть школа. Оказывается, нет. В общем, все он рано утром проснулись, собрались, оделись. Вот, а смотрим, а по улице-то никто не идет, мимо не проходит. Ну, в общем, оказывается, вообще сегодня нет ни школы, ни садика, ни у какого класса. Вот, поэтому вот, Маргарита сегодня собралась у нас идти гулять с подружкой. Они сейчас поедут в другой город. Поедут в селфи-отель, называется, да? Угу. Называется селфи-отель. И там, в общем, очень много разных комнат для селфи. На разную тематику. И она сегодня, вот ее подружка пригласила, она поедет. Сегодня погода замечательная, даже будет очень жарко. Почти 30 градусов. Вот, поэтому Маргарита сегодня гулять поедет. Но мы посмотрели в интернете этот отель, и он мне так очень понравился, поэтому мы поедем тоже. Но не сегодня, а завтра. Я сказала папе. Папу уговорила, он сказал, хорошо, поедем, там очень круто, красиво, обязательно вам влог заснимем. Вот, и... А мне сегодня снимать будет? Ну, ты поснимай немножко. Я что-нибудь это... Маргарита берет с собой рюкзак с одеждой, там можно переодеваться, чтобы не выглядеть в одной и той же одежде на фотографии. Вот, она будет переодеваться. Разные у нее будут образы. Очень интересно, поэтому мы обязательно съездим и вам покажем, что это у нас за отель, селфи-отель такой. Смотрите, у Маргариты уже бородавка проходит. Мне кажется, еще пару раз, и она уже отвалится. Кстати, очень отвалится, хорошо. Я думаю, что... Но она отсохнет. Но она, видишь, отсыхает. У тебя уже нет такой шапочки, которая была. На машине. Вы же на машине поедете? Ну. Где моя маска? Маска внутри. Да, вот. Обязательно возьмет маску. Вот видите, у нее целый рюкзак. Даже Ксюша укидывается. Там есть, да, там есть комната неоновая. И Ксюша попросила... Ой, в смысле, Маргарита попросила у Ксюши взять такие вот... Ее кеды. О, что я еще хотела с собой взять вот эту маечку зеленую. Потому что там есть комната неоновая. Ты думаешь, она светиться будет? Ну, а кеды? Не знаю. Ушла Маргарита? Носочки, да. Я знаю, что тебе нравится носочки таскать. Браслетики. Тут есть. Тут есть этот носок, сама получится. Угу, вот черный. Черный и бирюзовый. Красивый. Сделай черный бирюзовый. Ага. Какой узор? Что-то так тихо, Маргариты нет. Не... Маргарита никого не доводит, все отдыхают. Да, Ксюш? Вот если одного ребенка нет дома, то это уже тишина. А Маргарита у нас любит всех. Ей когда скучно, она любит всех доставать. Маркоша ушла, и всем спокойно. Никто не доводит. Так, ты будешь делать, если два цвета, то вот так вот можно сделать узор. Вот такой вот, видишь, есть розовый, фиолетовый. Теперь крути. Так, не останавливайся. Не останавливайся. Когда ты... О, она, как она вылетела? Откуда? Откуда она вылетела? Откуда? Отсюда. Все? Что так сильно-то крутишь? Смотри, какая получилась. Ужас. Что ты делаешь?
Закончилась. Одна закончилась. Тут внутри зацепилась. Все, она не получилась. Давай. Нет, что-то не то. Уже это. Да блин. Нехорошая. Нет, что-то с ним уже не то. Ребят, смотрите, кого мы нашли у нас в огороде. Опять такую мышку. Да, это вот такая вот мышка, я не знаю. Ну, больше. Как вот мы раньше, помните, находили? Маленького-маленького совсем. И это вот такая же, только уже большое. Бонни! Бонька чуть не это, не знаю. Бонни, идем! Может быть, она бы и не загрызла, не съела, но она нюхала. Я смотрю, по травке бедненько испугалась, она же дрожала. Вот такая вот мышка. Какая-то дикая мышка, наверное. Странная очень мордочка и глазки очень-очень-очень маленькие. Что, подстригается? Да. В общем, у него немножечко пузико ранено. Я не знаю, либо это Бонни укусила, либо это она уже была такая. Мы ее помазали кремом. И оставим ее вот в этой пока что. Да, осторожно, видишь? Мама. И оставим ее немножко, наверное, у себя. Пока она... Кирсикай? Нет, она шевелится. У-у-у. Она хочет убежать. Все, умерла мышка. Но она уже была, видимо, болела, потому что у нее ранка была на животике. И она тяжело дышала. Видимо, уже... Да, она как-то дышала очень, очень сильно и очень быстро. Вот так, мам. Так что... Нет, сейчас пока не пойдем мы копать. Жалко, конечно. На Колька пойдем копать. Ну что теперь? Почему так прусте? Так, закроем. Все, потом закопаем, пошли. Я буду кушать сейчас, не трогай. Я вчера готовила перчики фаршированные. Сегодня доедаем. Еще папе одна штучка осталась. Такие вот они еще большие. Одним можно наесться. Мне кажется, даже, знаешь, может быть, и Бонька ее укусила, потому что Бонни там с ней играла что-то. Я же почему заметила? Потому что Бонни там что-то делала в траве, а мышка пищала. И я такая думаю, что там пищит? Смотрю, там мышка. А у нее ранка на животике потом была, не знаю, Бонни это укусила, нет? В общем, ребят, кто просил, чтобы Ксюша показала свои рисуночки, но у нее не так уж их много. Вот. Вот это не считается. Это мне было делать нечего. Так, вот этот рисуночек Ксюша рисовала. Ну, его уже видели многие. Вот такой вот яркий. Это все маркерами. Все сама она рисовала и маркерами. И сама ты мне тоже помогала. Не, ну имеется в виду, ты рисовала, а я тебе помогала раскрашивать. Вот еще огонек. Ну, делали градиент, переход плавный. Ну, немножко не очень получилось, но... Не хватает цветов, да, не хватает цветов. Маркер. Это мне не нравится. Почему не нравится? Это что за чашечка? Тело Микки Мауса и голова. Вон чашка чайная, еще и трубочка из головы. А кто это вообще? Cuphead. Угу. Ты что, не знаешь? Нет, не знаю. Как? Сейчас покажу. Еще не докрасила, не до конца. Да. Вот, следующий рисуночек. Это есть или нет? Тут это нет, это нет. Так, это ничего? Это тоже ничего. Это на 2 миллиона подписчиков в лайке. Вот рисовали они с Маргаритой. Маргарита тоже, да, раскрашивала? Угу. Вот будут цифра 2 и буква М. И вот последний рисуночек. Билли Айлиш с клипа, да? А ты бери у нее с других клипов, рисуй что-нибудь. У нее уже есть мультяшные еще клипы. Получилось. И ты прям сама вот это рисовала? Да. Сама? Да, все сама. Круто. Молодец. Вот она смотрела на клип, да, ты клип остановила один момент в клипе и срисовывала. Как сходила? Очень классно. Понравилось? Да. Давай пойдем тоже туда. Завтра пойдем. Нужно уже заказывать, то есть нужно тикеты покупать. Бронировать? Да. Через интернет? Да. Как я выберу покупку? А вы же не забронировали? Да, ее мама, но мы бы должны были ее маме отдать деньги.
А, ну тогда надо зайти, забронировать. А там в любое время можно приехать? Нам нужно было еще немножечко, 5 минут подождать, пока... Там такая группа вышла. Да? А это там в любое время можно приезжать? Мы же вечером поедем. Да. В любое время? Фотки. Нужно самим взять эти маркеры, чтобы рисовать, потому что там они уже плохие. Уже плохие. А, ну у нас куча маркеров. Так что возьмем маркеры. Давай, показывай, где твой телефон. Уже ты за покупками пошла. Здесь сначала модель стояла. Вот. Это прикольно. Космос. Вот еще на концерте. Прикольно, с микрофоном. Потому что вот, деньги. А видео какие-нибудь снимала? Да. Немного. Потом... Вот это вот на розовом фоне. Розовый цвет. Полга. Еще вот это. С чемоданчиками. Переодевалась там прям? Круто. Ты можешь в кабинку заходить. Просто там. Вот еще. Это классно. Я делаю уроки. Вот, мне геометрия. Завтра у нас почти нету школы, потому что наша учительница должна делать эти коронатест. Не знаю, может быть, заболела. Вот мне вот здесь вот я, по-моему, уже закончила. Теперь я вот здесь вот. Вот. Это мои друзья там. Так. Вот с этой мне еще нужно посмотреть, сколько вот это. Нужно сколько сантиметров здесь. Потом я перехожу на вот это вот сюда. И потом все. Я закончила. Все, я уже закончила с моими домашними заданиями. Наконец-то. Или, может быть, мне еще для английского немножечко поучить. Но я книжку в школе забыла. Так что я не могу ничего учить. Тонечка, сиди. Чудик мой маленький. Иди сюда ко мне. Ну, иди сюда ко мне. Иди сюда. Сюда, на ручки. Иди сюда, мой чудик. Я тебя люблю. Шоколад. Я хочу сейчас еще фильм посмотреть. Не знаю, какой-нибудь. Может быть, какой-нибудь, который я уже смотрела. Или новенький. Мозолька. Это самая болючая, да? Когда вот такая вот штучка появляется. Мозоль. Может, ты бипантеном помажешь? Бипантеном помажешь? Так, а я хотела... показать свой альбомчик. Ну, у меня, в общем, последний раз я же вам вот это показывала, то, что я свои инструменты рисовала. Немного, конечно, у меня рисунков новых. Это вот нас учили. Тень как падает. Формы разные. Вот куб, шар, конус. И как вот тень правильно распределять. Вот. И вот такой вот рисуночек я нарисовала. Шиповник. Но мне не понравился вот этот. Не получилось мне хорошо смешать, слишком разные оттенки, вот поэтому тут сильно темный, и потом, в общем, не получился у меня фон. Ну, вот такой вот шиповник. Вот эти листочки так и должны быть не закрашенными, тут-то посерединке только. Вот, нужно следующий урок рисовать. Следующий урок, там нужно еду рисовать. Вот, потом... Так вот, сейчас у меня желание появилось порисовать. Не знаю, буду, не буду. Сейчас детей спать уложу. И буду рисовать. Тут у меня карандашки простые. Разные номера. Вот. И пенальчик мой. Вот здесь у меня такой вот ластик. Мягкий, он как пластилин. Не помню, как называется, забыла уже. Кляча, да, по-моему? Вот, здесь у меня линеры разные. Это 0,1 и 0,05.
Вот это блендер. Уже видели. И гелевые ручки белые, чтобы блики делать. Вот такие дела. Ой, маркеры мои. Весь мой материал. Идемте спать. Завтра школа. Завтра что там у Маргариты? У тебя завтра есть школа? Чуть не опозорилась, мама. Что за разговоры? Рита, завтра учительница идет на сдавать тест на коронавирус. Уже говорила. Она себя плохо чувствует? Почему? Кашляет? Угу. Понятно. А у нас нет. Нет? У нас есть школа такая. Понятно. А уроки какие у тебя там завтра? Завтра у меня сначала физкультура. У тебя сегодня в комнате лазили, доставали игры, вот тут эту игру достали. Но она не работает, кстати. Почему? Не знаю, батарейки я поменяла, она не работает. Точно, они ее поломали. Нет, почему поломали, не знаю, просто. Но у меня были две хорошие батарейки и одна плохая. Может, из-за того, что одна плохая, из-за этого, может, не включилась. Ладно, все, давайте, спокойной ночи, всем пока. Хорошо, всем пока. Ложимся.